Привет, я хотела вам рассказать, как мы мульчуем огород, чтобы его не надо было пропалывать. Смотрите, то, что у нас происходит, я сначала кладу вот такую вот, я даже не знаю, ткань, наверное, это называется. Она в целом, после того, как полежит, она довольно легко рвется руками, но я обычно беру нож, чтобы прорезать ровно то место, где у меня, чтобы прорезать вот так ровно то место, где у меня полезные растения. И вот у меня эта ткань. Видите, вот она. А сверху идет большое количество мальча. Вот такой вот, которое, во-первых, прижимает ее на месте, а во-вторых, слегка собирает в себя еще влагу и охлаждает землю. Вот, и таким образом я фактически не должна вообще следить за тем, чтобы у меня сорняки не были на огороде, потому что она довольно хорошо держит, во всяком случае, первые несколько месяцев она довольно хорошо держит. Вот. Бумага эта продается вот в таких вот огромных рулонах, то есть ее хватает на довольно большой огород. Ткань, не знаю, бумага. Вот. Ну и мульчу мы, конечно, тоже закупаем траками. Вот. Ну, пока-пока, всего доброго.